Московской государственной консерватории имени Чайковского, меценат года имени Савы Мамонтова, Бакерия Лео Антоновича за выдающийся вклад в сохранение традиций и развитие отечественной культуры.
Петрович, помимо того, что он член попечительского совета и, соответственно, уже в силу этого обстоятельства очень часто подключается к нашим заботам и тревогам, но он очень, на самом деле, творческий человек, и поэтому на концертах он просто приходит точно так же, как каждый из нас. А это очень дорого, потому что когда человек ходит в консерваторию, то это уже фактически некоторые свидетельства того, что с ним можно чувствовать себя счастливым. Спасибо. Thank you.